московском микрорайоне Краснодара заработает новая ярмарка выходного дня. В районе улицы Солнечной, рядом с гипермаркетом «Магнит», уже огораживают площадку для торговли. Здесь установят прилавки и навесы. Сельскохозяйственная ярмарка начнет работу с марта месяца. Каждую субботу во всех районах Краснодара открываются 8 специализированных торговых точек. Свою продукцию на них представляет более 650 производителей со всего региона. Цены на ярмарках выходного дня на 15-20% ниже рыночных.